Ребята, убедитесь, пожалуйста, то, что под этим видосиком кнопка подписки не красная, а серая. Это значит, то, что вы подписаны на мой канал. Только самые крутые ребята подписаны на мой канал. Поэтому подписывайся, дружище, обязательно, если ты еще не подписан. И помни, то, что ты самый лучший. Опять эти зеленые крокозяблы стырили Чику. Блин, они ее сейчас выкинут вниз. Привет-привет, друзья! С вами я, Кекс, Мультипульти, всем вкусняшек и мороженок. И сегодня новые приключения аниматроников, да, друзья? Итак, смотрите, я их уже засандалил на крутячную рампу. И сегодня у меня Игнайт Фредди помогает ему бриллиантовый Бонни, бриллиантовый красный Фокси и Фокси Кошмар. И сейчас, друзья, мы съедем с этой рампы и попробуем попасть в колесо. Разгон! Разгон, разгон, разгон. Давайте, 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 аниматронички, давайте, давайте, так. Ну что, друзья, попадем мы в колесико или нет? Друзья, итак, выбираем колесо. Посредине или слева два и справа два. Так, друзья. Ну что, куда же мы будем попадать? Так, хорошо, сейчас я определюсь. Я еще не определился. Ладно, хорошо, так. Так, влево, друзья, верхнее левое колесо. Я сейчас буду прыгать, так. Выбираем, так, левее, левее, левее. Так, полетели. Давай, 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 пожалуйста. Давай, там, куда, блин, да куда? Капец, нас несло. Ты это видел? Нас несло. Блин, да блин, ну чё за прикол? Ладно, друзья. Ну чё? Давайте начинать наше прикольное приключение. Итак, друзья, все вы знаете, что аниматроники строят школу аниматроников. Да, они строят уже полгода. И никак не могут построить. А знаете почему? Знаете почему? Да потому что нам мешают всякие дебилы, всякие уроды лезут на нашу стройку, да, друзья? И мешают нам. И сейчас мы, как всегда, едем проверить, не напали ли на нашу стройку какие-нибудь мерзопакостные злодеи, да, друзья? Проверим. Сегодня обычно всегда Той Фредди едет, проверяет. Ну вы же знаете. Сегодня нет, сегодня у меня другие пацанчики, Игнайт Фредди, два фоксаря и Бонни Бриллиант. Кошмарный, да. Мы сколько уже? Полторы недели не ездили на нашу строечку. Надо постоянно проверять. Вы же знаете, если не проверишь, то сразу залезут какие-то, блин, непонятно кто. И все, хана. Захватят все. Вы че? Мы че? Зря строили полгода. Итак, друзья, сейчас мы все подъезжаем. Тихо, только тихо подъезжаем. Налево, налево, налево. Так. Тихо, Чика! Осторожней! Так, приехали, друзья. Давайте не будем заранее заезжать. Так, выходим. Выходи, Фредди, выходи. Сейчас, друзья, я гляну. Мне показалось, там наверху что-то происходит. А ну-ка. Сейчас я гляну. Так. Это что такое? Это что такое? Офигеть! Опять эти зеленые крокозяблы стырили Чику! Блин, они ее сейчас выкинут вниз! Опупеть! Блин, нифига себе! Так вот кто захватил нашу стройку снова! И говорил вам! И говорил вам! А это кто? Лезут и лезут! Демоны! Чё там за демоны? Так, друзья, да! Этого я-то и не ожидал. Ладно, погнали, посмотрим. Задолбали! Задолбали, говорю! Так, друзья. Опять эти динопиги, друзья. Зомби-пиги. Позвали. Кого не позвали? Я даже не знаю, кто это. Смотрите. Какие-то монстры четверорукие. Офигеть! А вот еще какие-то
Страшные демоны! Блин! Что за фигня? Чего вы лезете все на нашу стройку, блин? Че строек мало? А там чё? Капец, зомби-энарды, получите! Че вы лезете все? Отвалите с нашей стройки! Капец, куда ты пошуровал? А ну стой, 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 говорю! Стой! Почесал! Обздюхался? Сразу обздюхался, да? Чешите отсюда! Чешите, это наша стройка! Блин, демоны! Друзья, парадемоны какие-то появились! Получите! Отвалите! Пиги-миги, как вы уже достали! Друзья, эти свиньки, эти пиги-миги за... Блин! Они же здоровые, я забыл! И демоны! Блин, эти четверорукие чуваки, я их где-то видел, друзья! Я их где-то видел, этих четвероруких монстров! Откуда же они взялись? Сейчас, блин! Сейчас я вспомню, друзья, откуда же я их знаю? Вспомнил, друзья! Открылся портал, друзья! Пиги-миги открыли портал. Это парадемоны, друзья, из Марвел. Да, друзья, они нападали на супергероев, когда Танос открыл портал. И они все залезли. Так, друзья, надо Чику спасать. Погнали наверх. Так, где Чика? Блин, дичика, я видел, она тут стояла, там свинья ее держала, хотела сбросить. Получите! Получи, демоняра! Капец! Вот тебе, блин! Вот здоровые уроды! Ах ты, блин, железная морда! Получите! Получите! Блин, капец! Ого, они дубасят нас! Нехило так дубасят! Получи! Блин, кто там полетел? Это я полетел. Походу, это я. И эти демоны, друзья. Но этих демонов я не знаю. А свинки эти задолбали. Да, этот бекон недожаренный вообще опупел. Вообще лезут и лезут. Получи. Ух ты, блин. Давайте, друзья. Надо с ними разобраться. А ну назад. Назад, я говорю. Назад, говорю. Чё, не понимаете? Ну да, они, конечно, не понимают. Это же демоны. А они-то нифига не понимают. Демоняры, да отстаньте. Ну все. Так, где Чика? Может, она на третьем? Я что-то забыл. Так, где Чика? Надо Чику спасать. Вон она, смотрите, друзья. Капец. Он ее сейчас сбросит. Это Пиги-Миги, Дина Пиги. Держись, держись, Чика, держись, бедная, бедная Чика, сейчас они ее сбросят, получи. А ну не подходи. Назад, говорю. Куда ты прячешься? Блин, капец. Эти парадемоны вообще опупели, офигели. Ладно, ну все, все. Я с вами панькался? Сейчас я не буду с вами панькаться, вот тебе демоняра. Получи, блин! Я все время забываю, что эти динопиги очень громадные. У них сила такая. Чего они такие сильные? Почему я не такой сильный? Я тоже должен быть сильным. А ну, получи! Ну чё ты? Ух ты, блин, да что такое? Парадемоны лезут и лезут. Давайте, друзья, да помогайте! Помогайте, блин, задолбал меня пихать этот парадемон. Ну все, все. С вами я цацкался? Пецкался? Сейчас я с вами не буду цацкаться и пецкаться. Получи. Вот тебе. Давай, давай, Фредди, молодец, друзья, молодец. Красавчик Фредди красавела. Все, друзья, они меня достали. О, блин. А то я с ними доцацкался, допецкался, сейчас они нас грохнут, не хватало нам еще этого. А ну давай-ка! Ну чё, парадемоны, как вам мой лазер, а? Как вы вспомнили, как вас гасили марвеловские супергерои? Давай-давай, молодец, Фредди, молодец.
Давайте, Дина Пинги, давайте, давайте, поближе, 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 говорю. Давайте, давайте, шевелитесь. Получи, свинка Пеппа. И ты получи. Молодец, Фоксарик, красавчик, Фоксарики гасят их, блин. Задолбали, а назад, говорю. Назад куда лезешь? Куда ты лезешь? Вот тебе. Парадемон. Четверорукий, офигеть, да, друзья? Эти Пеппы, эти Дина Пиги, Зомби Пиги вызвали парадемонов на нашу стройку. Они думали, чё, мы с ними не разберемся? Да нетушки. Мои аниматроны... О, блин! Задолбали! Блин, да что они такие сильные? Почему мои аниматроники не такие? Ладно, ничего-ничего, зато у моих аниматроников оружие дофига. Дофигища! Да, друзья? Капец, Ле, давайте, 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 подходите, подходите. Зеленоглазое такси, сейчас мы вас... Отлично, отлично, друзья. Блин, надо Чику спасти. Надо Чику спасти, она там бедненько висит. Сейчас я ту свинку грохну. Пиги-миги. Так, погнали наверх. Погнали, друзья, погнали. Это вообще... Задолбали! Нашу строечку! Никак не можем построить, потому что на нее постоянно нападают, набеги делают всякие парадемоны и всякие свиньи, беконы, всякие дурацкие. Ну чё ты? А, отпусти её! Отпусти, говорю! Ну всё, хана тебе! Вот тебе! Получи! Так, Чику освободили. Спасибо! Да-да-да, не за что, Чика. Ты чё, это наш долг. Мы своих никогда не бросаем. Да. Получил парадемон. Вот тебе. Получи, ты чё? Сейчас я тебе твои крылышки пообрезаю. Вон ещё Пеппа бегает. Хе, Пеппа. А ну иди сюда. Зеленое мурло. Зеленое мурло! Лежи, не вставай, говорю! Я говорю тебе, лежи, не вставай! Получь! Да, друзья, вы заметили? Они... Куда? Куда вы лезете? Откуда? Откуда они взялись? А ну назад! А ну назад, говорю! Назад, говорю! Вот, блин, достали эти Пеппы! Ааа, нифига себе! Блин! Задолбали нездоровые, как эти! Капец, какие же они сильные! Получи! Давайте, давайте, ребята! Иначе они скоро нас загасят! Блин, да как? Ну чё? Чё за прикол? Капец, они реально здоровилые! Ну ничего! Сейчас мы их пустим на жаркое! Да блин, Фредди! Сейчас мы их сделаем котлетки, друзья! Вы любите свиные котлетки? Или, может быть, куриные? Получи! Так мы сейчас фаршка наделаем, салькой перчика посыпем, да, и соусом, блин, и соусом подадим! Только протушить их надо! Сейчас мы вас протушим, блин, задолбало! Эти свиньи задолбали, реально! Да блин, да Фредди! Давай уже! Капец! Блин! Выкинули нас! Бля, а эти тут селфи делают! Капец! Блин, эти задолбали зомби-энарды! Они черные, друзья, это поддельные энарды! Не настоящие, да? Они иногда тоже залазят на нашу стройку и хотят ее присвоить! Ах ты, блин! А ну-ка, чё ты там размахался? А ну-ка, ну-ка! Всё? Получи, пиги-миги! Получи, блин, задолбали! Аниматроники лезут на нас! И свиньи лезут! Да хватит меня, я не хочу летать! У меня слабый вестибулярный аппарат! Мне тошнит, когда я летаю! Капец, так всё, надо автоматик доставать! Надо лазер доставать! Иначе с этими пигами-мигами. Давай, давай, ага. А ну чё вы сделаете? Чё вы сделаете? Чё-то я не вижу. А ну, блин, сзади подкралась. Сзади подкралась гадина.
Ух, эти додики свинячьи. Так, смотрите, одну уже пробланшировали. Отлично, сейчас мы их протушим. Сейчас хорошо. Вот так вот, давайте, лезьте. Ну давайте, ближе, говорю. Ближе, еще ближе. Получила пиги-миги. Фоксарик молодец. Вообще, вы заметили, друзья, аниматроники вообще сегодня не стоят. Они красавчики, они просто гасят этих свинорылых, зеленопасных чучел. Полежи, отдохни-ка. Полежи. Все, друзья, ну наконец-то. Это жесть. Задолбали эти свиньи. Они, мне кажется, они хотят захватить весь Лос-Сантос, друзья. Потому что каждый день они лезут везде. Эти свинюки. Так, ну чё? Фух, да, надо чаще приходить на стройку, друзья. Иначе вообще. Так, чё-то я чё-то чувствую, друзья. Друзья, запахло жареной свининой. Вы слышите? Понюхайте. Пахнет жареной свининой. Я чувствую, Фредди, смотрите, он ее тоже чувствует. Игнайт Фредди почувствовал жареную свинюку. А ну-ка, так, друзья. Так. Точно! Ах ты, блин! Получи, давай, Фоксик. Блин, Фредди! Ой, живой! Давай, вставай, Фредди! Нифига себе, Фредди! Ого! Да давай, вставай! Гаси ты ее, хватит валяться! Вот! Сейчас мы ее закрутим! Закружим в белом танце! Сейчас мы с ней потанцуем! Ух ты! Ах ты, блин, жареный бекон! Давай, Фредди, активируйся уже! Блин! А ну иди сюда, свинорылое отродье! Давай, Фредди, ты вставай! Ну покажи ты ей уже! Вот так вот, молодец! Ну наконец-то! Активировался, а то спать ляжет. Давай, молодец, отличный удар! Красавчик, вот это я понимаю, да! С левой, с правой, боковой! Правильно, красавчик, ой, блин! Она сейчас взорвется! Капец, блин! Задолбала эта свинюка, но зато мы ее победили! Фух, это было прикольно! Ты понял, лезут на нашу стройку, но ничего, друзья! Сегодня мы с ними расквитались, и завтра и послезавтра будем контролировать. Ну что, друзья, если вам понравился мой видосик, и вы хотите попасть ко мне в видео, напишите крутой комментарий, поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями, да, друзья? Все, с вами был я, Кекс Мультипуди, подписывайтесь, ставьте лайки, и все такое. Всем покедова!